новый вид коррупции, я бы так назвал. Значит, разрешают на местах строить. Школа, там, школа навряд ли, дома, там, может быть, гостиница. Построили. Заведомо закладывают ошибку в оформлении. Чиновник. Что-то не так оформил. Объект сдавать? Он говорит, нет, сдавать не будете. У вас неправильно оформлены документы. Что делать? Сносить и за ваш счет. Люди взяли кредиты в банке. Теперь они должны за свой счет снести. Да мы разоряем людей. Что они намекают, надо дать хороший вид, так сказать, вот поощрения. Вот такой вид взятки, когда специально провоцируют людей, вернее, не провоцируют, получают разрешение, делают все, сделали. Потом смотрю, бульдозерами сносят. Да что вы делаете? Оставьте строение в покое. Действительно, бывает, с нарушением построили. Но сносить-то зачем? Ну, поменяйте собственника, накажите строителя, но готовые дома, объекты, зачем сносить? Зачем бульдозер? При советской власти старый телевизор сдаешь, дают 30 рублей, идешь покупать новый. Старые кувалды разбивают. Я им говорил 30 лет, отдайте им в детский интернат. В интернат престарелых. Зачем вы разбиваете хорошие телевизоры? До сих пор у нас мебель списанную ломают, сжигают. Отдать бесплатно в какие-то детские или интернаты инвалидов нельзя. Ну, когда мы это прекратим? Это имеет отношение, конечно, к селу. Дальше, значит, вот. И вот по этому вопросу, Владимир Ильич, насчет... Вот кто-то управляет. Я к вам обращался, к председателю правительства. Вот объект, недвижимость на селе. Значит, все, Козак у вас занимался, вы ему дали поручение. Володин, суды все занимались. Всех на уши поставил, 6 месяцев, вопрос стоит. Один чиновник сидит где-то там в Краснодарском крае и мешает. Один сильнее всех вас вместе взятых. Губернатор Ткачев помогает, он все делает, но он бессилен. Подхожу, стоит Козак, ваш помощник Белоусов по экономике и значит, Улюкаев, министр экономики. Ну как бизнесом заниматься? Деньги есть, все есть, бизнес сделали и уходите. Ну кто это делает? Какая это четвертая сила или пятая? Я Бортникову звонил. Ну кому еще звонить? Пан Ги Муну, чтобы решили вопрос, почему вы отказываете? В чем причина, что люди не могут вложенные деньги, объект продать и деньги в банк вернуть? Дайте задание, пожалуйста, Козаку, он вам все доложит. Кто этот человек один сидит где-то в Сочи и командует всей страной?